пожалуй, одна из самых частых патологий, встречающихся в практике врача-офтальмолога, является возрастная катаракта. Да и среди пациентов редко встретишь человека, который не слышал о таком заболевании. Но далеко не всегда люди понимают, что такое на самом деле катаракта, как она лечится, и часто путают с другими заболеваниями. Катаракта – это помутнение хрусталика, нормы прозрачной линзы, через которую падает свет, преломляется и проходит внутрь глазного яблока, падает на сетчатку. Таким образом, наш глаз видит. С возрастом обменные процессы замедляются, структура хрусталика меняется, он уплотняется, мутнеет. Катарактой возрастной болеют люди чаще всего старшей возрастной категории от 50-60 лет и старше. На начальной стадии возрастная катаракта может себя никак не проявлять. По мере прогрессирования заболевания основной жалобой является ощущение пелены перед глазами, которая постепенно снижает зрение. Часто пациенты спрашивают, как вообще не заболеть катарактой и что сделать, если, как от нее избавиться, если уже диагноз такой был поставлен. К сожалению, исключить риски развития катаракты невозможно. Основными профилактическими мерами являются обычные методы поддержания здоровья. Правильное питание, правильный образ жизни, отказ от вредных привычек, ношение солнцезащитных очков. В настоящее время никаких лекарств и капель для того, чтобы избавиться от катаракты, не существует. Медикаментозные средства, которые используются, улучшают обмен хрусталика и в ряде случаев могут затормозить процесс на какое-то время. Но катаракта лечится только хирургически. Если пациенту был выставлен диагноз катаракта, необходимо вовремя наблюдаться у врача-офтальмолога, потому что катаракта неоперированная является заболеванием, которое может дать очень серьезные осложнения, одним из которых является вторичная глаукома. Это заболевание опасное, приводит к необратимой слепоте в отсутствии наблюдения и лечения. Будьте здоровы и берегите свое зрение. Ходите на приемы к врачам-офтальмологам.